Ну что, начнем. Всем добрый вечер. Меня зовут Гульчачак Шарафутдинова, я являюсь топ-лидером компании Sabai Travel. Я смотрю, бешеная география у нас сегодня присутствует на нашем зуме. У нас сегодня тема «Бизнес в цифрах». Да? Первый эфир был посвящен нашему интенсиву тому, что такое MLM-маркетинг в целом. Второй эфир, потрясающий, от Марии Казаковцевой, да, о том, что такое Sabai Travel именно с точки зрения продукта. Поэтому сегодня я о продукте рассказывать не буду, потому что у нас целый час времени выделен прям подробному описанию продукта Sabai Travel предыдущим спикером. И сегодня моя тема — рассказать вам, как это изнутри работает, какие цифры, какие выплаты, как они осуществляются, какие два маркетинга у нас есть. И, конечно же, да, как мы будем зарабатывать миллионы, если мы не знаем маркетинг-план компании. Очень важная составляющая любой компании, конечно же, как устроен именно бизнес-план. Да? И хочу сразу спросить, видно меня и слышно, можете пальчиком промотать на, получается, лево, да, и крайним слайдом вы увидите большой экран с доской, флипчартом, где я буду расписывать сегодня маркетинг-план. Можете включить микрофон и ответить, видно, слышно? Видно отлично, слышно отлично, вот прямо супер. Все, Олег, благодарю, по голосу узнаю. Это наш еще один топ-лидер, да, из города Челябинск. Итак, поехали. Sabai Travel, напоминаю, это первая российская легальная туристическая сетевая компания. И как и в любой другой компании, у нас есть маркетинг-план, к чему все привязано. То есть в любой сетевой компании можно зарабатывать на продаже продукта, да, мы все знаем теперь, что продуктом компании являются платформы, на которых вы можете осуществлять свою деятельность как турагента, то есть сам себе турагент, либо вы можете на этом зарабатывать именно на продаже продукта, да, турпутевок, авиабилетов, ЖД-билетов, авторских туров и так далее. Все это перечислять не буду, вы, надеюсь, да, посмотрели прошлый эфир. Кому интересно, вернитесь в чат, там обязательно будет запись попозже. Итак, поехали. Именно Sabai Travel с точки зрения цифр. У нас в Sabai Travel есть два вида маркетинга. Сразу оговорюсь, все платежи у нас проходят через российский эквайринг. О чем это говорит? О том, что эта компания действительно легальная, не просто на словах, да? Любой платеж или вывод денежных средств вы можете осуществить на свои банковские российские карты, то есть любое денежное движение в нашей компании именно отслеживается, да, налоги облагаются в России, налоги остаются, вот, именно одним из определяющих факторов при выборе компании был российский эквайринг, что очень сильно упрощает работу, то есть вы, сидя дома, имея телефон с доступом в интернет, можете оплатить пакет VIP или второй вид маркетинга SB Fund, именно бизнес-центры. Об этом тоже расскажу чуть позже. Итак, первый вид маркетинга SB VIP, стоит он 13 500 рублей. И сейчас расскажу, как выстраивается структура. Это похоже на бинар, но это не бинарная система, да, 2 по 2. И, как я говорю, именно в этом маркетинге как будто бы учли все боли вообще построения структуры в других компаниях. Поэтому этот маркетинг мне безумно нравится, именно поэтому, да, я являюсь топ-лидером этой компании, и у меня был тоже опыт в сетевом маркетинге, поэтому знаю, с чем сравниваю. Итак, когда вы регистрируетесь в VIP за 13 500 рублей, регистрацию, напоминаю, вы можете осуществить, оплатить с любой банковской карты, у вас открывается личный кабинет с вашей реферальной ссылкой. То есть с этого момента у вас есть та самая заветная реферальная ссылка, да, которую можно отправить в любую точку мира, и когда по этой ссылке перейдет человек, он станет в вашу структуру. И мы все знаем, да, что MLM-маркетинг – это бизнес-рекомендации, то есть можно
здесь за 13500 рублей получить и продукт, и получить именно возможность развивать этот бизнес, да, то есть два в одном. А за 13500 вы получаете обучение турагентов в подарок. Это обучение стоит порядка 50-70 тысяч у нас в России. А вы, конечно же, его получите в подарок от компании. А, то есть это уже включено в стоимость. Далее, конечно же, вы получаете свой личный кабинет и бизнес под ключ со всеми вытекающими. Мы знаем, да, чем отличается MLM-маркетинг от традиционного бизнеса, именно упаковкой. То есть вам ничего, собственно, делать не нужно, все инструменты для работы вам предоставляют ваши наставники, ваши спонсоры, ваши лидеры, как можно по-разному вы можете назвать, но это один и тот же человек, то есть спонсором может быть один человек, да, который вас пригласил в этот бизнес. Итак, у вас личный кабинет, в котором есть реферальная ссылка, в котором есть именно структура ваша, очень красиво она открывается, да, и в которой в личном кабинете есть вкладка именно «Финансы». То есть там именно вы увидите свои деньги, заработанные. Ну и, конечно же, платформа, на которой мы работаем. Итак, 13500 и построение структуры. Когда вы рекомендуете этот бизнес своим друзьям, знакомым, близким и незнакомым, когда по вашей реферальной ссылке регистрируется человек, он встает в структуру, да? Структура распределяется таким образом, что на первом уровне у вас только может быть два человека. Напишем личник 1, личник 2. Что значит личник? Это лично приглашенный партнер. Это тот человек, который перешел именно по вашей реферальной ссылке. То есть на первом уровне у вас может быть только два человека. Каждый, допустим, да, может пригласить также по два, и, соответственно, у вас уже заполняется второй уровень, в каждой ячейке встает человек. Например, личник один пригласил еще два и так далее. И два по два выстраивается огромная структура. Конечно же, да, здесь вопрос всегда бывает вытекающий. Что нужно для того, чтобы начать зарабатывать? Минимальное условие от компании для получения всех видов выплат, сейчас я расскажу каких, это плюс два. То есть, когда вы подключаете двоих партнеров, вы имеете право получать все виды бонуса в полном объеме. Когда вы подключаете личника, за каждого личника вы получаете ежемесячную выплату 2500 рублей. Напоминаю, в нашей компании в пакете VIP все выплаты 13500 ежемесячно, все ежемесячно. То есть один раз сделав работу, вы пригласили два личника. Каждый месяц вы получаете по 5000 рублей, при условии, что они активны. Далее, да, моя рекомендация, конечно же, пригласить не два личника, а, например, три. Тогда автозаполнением сверху вниз, слева направо, третий личник будет вставать под первого личника. То есть, смотрите, как классно работает система. Вы приглашаете не двоих минимально, да, мы понимаем, что в любом бизнесе, в сетевом, в традиционном, чем больше у вас клиентов, чем больше у вас партнеров, тем больше зарплаты. Да? А моя рекомендация – минимум 5 личников в этой структуре, и вы можете прям очень хорошо, основательно заработать в этой компании. Конечно же, если у вас два личника, и они с вами вместе двигаются, тоже можно выйти на хорошие чеки. Сейчас распишу, сколько. Смотрите, первый личник, второй личник и третий личник, он встает в структуру первого. То есть, да, это ваш личник, но он участвует в построении структуры первого личника, тем самым вы помогаете своим партнерам, то есть усиливаете своих партнеров. И это действительно очень круто, да? Соответственно, когда вы подключаете 5 личников, они могут распределиться таким образом. Понятное дело, что они будут вставать туда, где свободные ячейки. Если у вас личник второй уже пригласил людей, да, то личник пятый перераспределится. Таким образом, для того, чтобы окупить, если можно это так назвать, свои вложения, 13500, да, но я не люблю это слово, тем не менее,
Вот, любой бизнес начинается с вложения, каким бы это ни было. Традиционный, понятно, это миллионы. Сетевой этим и отличается, что мы не миллионы вкладываем, да. 13 500, и для того, чтобы окупить, вам достаточно 5 личных. 5 личников по 2500, это 12 500 рублей, ежемесячно вам компания будет выплачивать. И также за каждого человека в вашей структуре вы получаете деньги. Поняли, да? Где бы личник ни находился, в какой бы глубине и так далее, вы получаете за него ежемесячно 2500 рублей. Это первый вид бонуса именно по маркетингу. Поехали дальше. Второй вид бонуса очень приятный. Все, кто любит пассивный доход, это для вас, в том числе и для меня, это резидуальный доход. Второй вид бонуса, либо доход по уровню. Что это значит? Доход по уровням от 280 рублей до 700 рублей за человека. Оговорюсь, да, это обрезной маркетинг, кто разбирается, те понимают, вы получаете доход на 7 уровнях. Дальше расскажу, что произойдет, если у вас будет структура, когда у вас будет структура глубже 7 уровней. Итак, доход по уровням, это значит, что где бы в вашей структуре не стал человек, а ваша структура – это все, что под вами. Понятно, что 2, 4, 8, 16, 32, 128, то есть структура растет. А куда бы ни встал человек, вы за него получаете бонус. Причем, как может заполниться, да, также структура? Здесь у вас, понятное дело, что есть вышестоящий спонсор, и, допустим, у него было подключение. И у вас вот эта ячейка свободная, и у него в структуре тоже. И, например, именно этот человек вашего спонсора встает в вашу структуру, назовем его партнером. За этого человека, да, это не ваш личник, но он в вашей структуре, и вы за него получаете выплату. Какую? На первом уровне, на первом и втором, на резидуальном доходе за каждого человека вы получаете по 280 рублей. Эти выплаты мгновенные, то есть приходят они сразу, как за личника, так и по доходу по уровням. Да? То есть первый личник подключился, компания заплатила вам, кроме 2500, еще 280 рублей. Второй личник подключился, еще 280. Здесь за четверых вам заплатили по 280. На третьем уровне встает человек, например, вот сюда, вы за него получаете 350 рублей. То есть третий уровень по 350 рублей за человека, четвертый уровень по 350 рублей за человека. Ой, 3500 пишу. 350 рублей. Далее 550 рублей, пятый уровень, шестой, седьмой уровень по 700 рублей за каждого человека в вашей структуре. И несложно посчитать, когда у вас 7 уровней заполняется, в вашей команде в структуре будет 254 человека, и на именно, да, при заполнении этой структуры, структуры доход по уровням составит 162 тысячи рублей. То есть все это прибавляем, да, но что это значит? Это не значит, что если у вас, допустим, все уровни не запомнились, вы этот бонус не получаете. Вы этот бонус начинаете получать сразу же. Оговорюсь, если у вас не два партнера подключенных, да, по условиям компании 100% всех бонусов получает тот, у кого есть два приглашенных человека. Допустим, если у вас один человек, тогда эти бонусы, которые вы должны заработать, они делятся 50 на 50. Вы получаете 50% на личный счет. И есть еще резервный банк. Я его рисую вот таким образом, да. Но тем не менее, он у нас в рублях. Что значит резервный банк? Сюда попадают те бонусы, которые вы должны были бы заработать, но так как вы не выполнили условия, вы еще не заработали. И компания дает 30 дней для того, чтобы подключить еще плюс одного человека и полностью вывести эти деньги.
То есть имеем в виду, да, что если даже у вас нет плюс 2 человека, ваши деньги сразу не сгорают. У вас есть целый месяц для того, чтобы подключить партнеров. По-моему, гениально, да? Тем самым, понятное дело, когда у вас в команде больше 30 человек и так далее, у вас будет уже глубина достаточно такая серьезная, и, скорее всего, возможно, даже вы не будете знать людей, которые подключаются в вашу структуру, но за каждого из них вы будете получать деньги. 700 рублей, 550, 350, 280, в зависимости от уровня. Это и есть пассивный доход, к которому все стремятся. Это был второй вид бонуса. Сейчас расскажу про VIP, и вы зададите вопросы, если они у вас есть. Таким образом, да, 162 тысячи рублей на этом уровне вы можете заработать. Далее, самый мой любимый вид бонуса, третий, это матчинг-бонус. Матчинг-бонус 100%. О чем это говорит? Для того, чтобы замотивировать тех людей, кто строит бизнес и приглашает партнеров, чтобы они не просто приглашали партнеров, а были заинтересованы в росте, например, да, вы пригласили одного личника, второго личника, конечно, как вышестоящий спонсор, вы должны быть замотивированы в их росте именно в денежном эквиваленте. Да? Соответственно, матчинг-бонус 100% – это говорит о том, что все, внимание на формулировку, да, все, что зарабатывает ваш лично приглашенный партнер на резидуальном доходе, неважно какая сумма, 10 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч, 160 тысяч, все, что зарабатывает лично приглашенный партнер на резидуальном доходе, дублируется один в один к вам в кошелек. Теперь, внимание, вопрос. Сколько нужно партнеров для того, чтобы зарабатывать, сколько вы хотите, да? Именно у каждого же своя планочка, кому-то 100 тысяч достаточно, кому-то 3 миллионов недостаточно, да? И вот просто порассуждайте, сколько у вас должно быть лично приглашенных партнеров для того, чтобы зарабатывать, например, 500 000, 1 000 000 рублей, 100 тысяч и так далее. Смотрите, соответственно, да, как это работает? Лично приглашенный партнер первый зарабатывает на резидуальном доходе. За каждого человека в его структуре он зарабатывает деньги. Максимально 162 тысячи рублей. Да? Соответственно, лично приглашенный второй партнер также зарабатывает на резидуальном доходе. Соответственно, да, сколько вы заработаете, когда у вас будет всего лишь два, внимание, два ключевых партнера, у которых заполнено 7 уровней. Давайте посчитаем, да? Ваш свой личный, я надеюсь, видно? Видно, не видно? Если не видно, давайте на слух. Ваш резидуальный доход, да? Представим, что у вас команда 7 уровней заполнена, сколько вы зарабатываете. Я даже не считаю за личников, обратите внимание. За личников мы уже отправили на окупаемость бизнеса 13 500 рублей, да? 162 тысячи рублей вы зарабатываете на резидуальном доходе. Это ваш личный бонус. На матчинг-бонусе от первого личника вы зарабатываете также 162 тысячи. То есть дублируете все, что он заработал. Или на втором личнике вы зарабатываете также 162 тысячи рублей. Итого вы получаете 486 тысяч рублей, как бы это уместить, тысячу рублей, имейте в виду, не 486 рублей, 486 тысяч рублей. Ваш потенциальный заработок, это, грубо говоря, 500 000 рублей, да, я даже не считаю, что в вашей глубине может там появиться, допустим, партнер, условно, шестой, да, личник шестой, и он, например, зарабатывает 20 тысяч рублей на резидуальном доходе. Эти деньги тоже дублируются к вам в кошелек, соответственно, да, и так далее. То есть сколько у вас лично приглашенных партнеров, столько матчинг-бонуса вы получаете. Здесь понятно?
Можете задать вопросы. Либо все понятно, либо вообще ничего не понятно. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня слышно. Павел меня зовут, с Екатеринбурга. Подскажите, пожалуйста, вот вы структуру нарисовали, а ее где-нибудь вообще она, кроме как на вашем плакате, она где-нибудь отображается в этом приложении, которое вот оно приобретается? Потому что понимать, сколько народу и как вообще движется, ну, понимаете, да, вот эта вот структура вот эта вот развивается. Ее где-нибудь вообще можно посмотреть? Я вас поняла, Павел. Если вам именно на носителях определенных, допустим, PDF-формата, нужна эта презентация, да, конечно, у нас такая презентация имеется официальная, и я вышлю в этот чат бизнес-интенсива для того, чтобы вы посмотрели. Я понял то, что все круто. Я имею в виду, вот я вступил, да, купил VIP-пакет вот этот. Вот эту структуру, которая будет строиться потом в дальнейшем, она где-нибудь показывается вообще, сколько у меня народу в моей структуре? Конечно, конечно. Причем очень круто и красиво показывается. Мне как для эстета это очень важно было. Когда вы заходите в свой личный кабинет, у вас есть прямо раздел «Ваша структура». Она прям пишется на русском языке. У нас хорошо, что компания российская, все на русском, да, все более чем понятно. Там прям есть раздел «Моя структура». Вы туда заходите, выбираете пакет Silver, потому что это один из пакетов, и там высвечивается вся ваша структура со всей информацией, кто под кем, чей лично приглашенный, когда активировался, номер телефона, электронная почта для того, чтобы вы, как вышестоящий спонсор, смогли с ним связаться. То есть более чем все понятно. Спасибо. А еще тогда можно... Еще можно вопрос, да? Ну, конечно, да. Я не знаю, как все, видимо, аудиалы, а я вот визуал, да? Мне хотелось бы вообще посмотреть, как вот, допустим, я вот буду лично приглашенный, допустим, вышестоящего, да, человека. По отношению, вот его структуру я понимаю, по отношению его структуры, как моя будет строиться структура. И еще вопрос, вот дополнительный доход согласно уровню. То есть там же получается... допустим, мой вышестоящий будет получать за приглашенного, допустим, на втором уровне стоящего, да, а я буду получать как за первого. Ну, вот мне вот как наглядно показать. Можете вообще? Все верно. Вы хотите сказать за лично, допустим, на этой структуре рассматриваем, да, а сколько будет получать за лично приглашенного третьего человека, вот, например, личник первый, да? Да, абсолютно верно, да. Смотрите. Вот это вот мне очень сильно нравится, потому что тут такая взаимоподдержка идет, да. Я, когда приглашаю личника третьего, он у меня находится на втором уровне. Я за него получаю 280 рублей согласно маркетинг-плану. Далее, лично приглашенный мой первый человек тоже получает выплату. Он за него тоже получает 200, но только это его первый уровень, он за него тоже получает 280 рублей, но он у него высвечивается на первом уровне. То есть, на самом деле, за одного человека, два человека получают выплаты, потому что структура строится тем самым, да, именно таким образом. Здесь не может быть третьей ноги, да, третьей ветки, пятой ветки и так далее. То есть автозаполнение идет друг по другу. И очень важно в ВИПе, где вы занимаете место. Так как наша компания в техническом режиме, то есть мы еще не полностью стартанули, да, так сказать, официально запустились, мы начали работу в техническом режиме всего лишь 22 сентября, еще не прошел даже месяц, да, могу немножко похвастаться, по 700 рублей каждый день капает, это очень приятный бонус, вот. Причем, где бы мы ни находились, пьем кофе, отдыхаем или еще чем-то занимаемся, да, вот этот пассивный доход, он и есть для этого пассивный, да, что команда работает. И таким образом здесь мы все выстраиваемся в структуру у основания компании. Вот те люди, которые давно в сетевом маркетинге, сейчас подтвердят мои слова, что такие легальные, я не говорю про нелегальные компании, ребята, это вообще другое, да, такие легальные компании российские, да, приходят на рынок раз в 10 лет. И сетевики опытные попадают именно на запуск компании раз в 10 лет. И это очень мега важно.
И мы все понимаем, что по законам сетевого MLM-маркетинга топ-лидеры формируются первые 5 лет. Поэтому вы здесь вот видите, как выстроена вообще структура, да, и очень важно, где вы займете место у основания компании. Ну, могу вас обрадовать, что первые 7 уровней компании, имею в виду, первые 14 уровней компании, если вы попадете в эти структуры, вы уже счастливчик. Потому что на самом деле сейчас мы вершим историю, запускаем глобальный проект с огромными перспективами. Вы сейчас прекрасно знаете, что внутренний туризм очень сильно развивается, инвестируется много денег в эту отрасль, да, мы этим сейчас и тоже в том числе занимаемся развитием внутреннего туризма. Поэтому неважно, какие обстоятельства будут происходить в мире, да, вот, важно то, что сейчас мы делаем, мы стоим сейчас у истоков компании. И те люди, которые попадут в первые 14 уровней, они будут счастливчиками именно с точки зрения местоположения. Вот. Поэтому второй вопрос ваш я не поняла, а на третий вопрос я ваш ответила. Все, спасибо, я в принципе понял. Спасибо большое. А если у вас еще есть вопросы, вы можете задать, например, мне в личку, да, либо вашему вышестоящему спонсору, они с удовольствием вам ответят. Тем более, да, мы с вами соседи, привет, Екатеринбург, и я из города Уфа. У меня вопрос. Да, давайте. Я вообще-то уже немножко догадалась, но на всякий случай его задам, чтобы вы подтвердили. Смотрите. Сейчас люди регистрируются все по моей ссылке, и они не становятся партнерами, просто смотрят на сайт. Но потом, допустим, со временем, да, они захотят стать партнерами, и, ну, они же уже зарегистрировались по моей ссылке, получается, они будут моими личниками, но встанут они автоматически под моих людей, да? Все верно. Угу. Хорошо. И стратегически важно, когда они встанут. Вот именно эту информацию им нужно. Да, надо как-то хорошо донести эту информацию до всех. Ребята, тут только вот на первом уровне 2 места, поэтому успевайте, если вы хотите быть ближе к вышестоящему спонсору. Поэтому это очень важно, я и говорю про место под солнцем. А солнце, собственно, вы для них, потому что они к вам приходят, команда. А можно еще спросить? Да, конечно. А скажите, вот там есть еще или будет вот вход за 2500, это как клиент. Они мы вот сейчас в... еще не дошли. Я извиняюсь, только что вас перебиваю. Хорошо. Мы сейчас задаем вопрос только по ВИПу. Сейчас про SB Fund я вам расскажу про 2500 тоже. Договорились? Они сюда не попадают, да? У нас, чтобы вы понимали, очень крутой, на самом деле, вопрос вы задали, да, к месту. У нас в компании есть 2 вида маркетинга. Они, как сказать, не то чтобы обособлены, да, они, их можно очень круто совмещать. У них в другом маркетинге тоже 2 по 2. Но отличие этого маркетинга от того, что здесь есть пассивный доход. Чем бы вы ни занимались, как и в любой сетевой компании, сначала вы работаете на построение структуры, потом ваши лидеры работают на вас. И в этом есть прекрасный бонус, да, пассив. Почему люди стремятся к этому пассиву, да? То есть выстроив один раз в команду ключевых партнеров, вы ежемесячно получаете как минимум 500 000 рублей при заполненных 7 уровнях. А вот, соответственно, здесь... Это глубина, то есть вы получаете со всей вашей глубины, вашей структуры и, соответственно, пассивный доход. Кстати, почему вы не спрашиваете, когда заполнится 7 уровней, а что дальше? Нет такого вопроса. А я вас опережу и скажу. На 5-м уровне, когда заполняются, да, ваши уровни, вот 3-й уровень, потом пошел 4-й, 5-й. На 5-м, последнем уровне, вернее, на... последние заполняемые ячейки, то есть 5-й уровень, когда весь заполняется, но в последняя ячейка будет ваша. Так, вот это вот сотру. То есть компания вам говорит о том, что 7 уровней заполнилось, вы красавчик, соответственно, да, вот на 5-м уровне открывает, условно говоря, Я2 аккаунт. У него точно такие же
допустим, мои привилегии, бонусы и все остальное, как у этого аккаунта. И он также, вы можете в течение месяца принять решение проплачивать 13500 и получать доходы еще с 7 уровней или не проплачивать. Ну, я думаю, когда у вас доходы будут больше 500 000 рублей, у вас не возникнет вопроса, да, проплатить 13500 или нет. Потому что мы в этот бизнес приходим в долгую. Это бизнес на года, ребят. Да, все сделано качественно и классно. Почему мы в техническом режиме сейчас запускаемся? Потому что мы делаем все легально. Нелегально можно было еще летом запуститься. Давайте будем на чистоту говорить, да? Вот, поэтому продукт классный, продукт востребованный, его еще будем дорабатывать. Над этим очень круто работает основатель, мне это безумно нравится. Вот, все, что нужно для... Вот, кстати, сегодня скрины уже выложили, да? Вывод денежных средств можно осуществлять как самозанятый или ИП. И то есть это тоже очень круто для тех людей, кто хочет, естественно, да, налоги платить. Я думаю, большинство из нас такие. Вот. Соответственно, да, можно зарегистрироваться ИП и самозанятыми и получать официальные доходы. Итак, на 5 уровне открывается аккаунт. В течение 30 дней вы принимаете решение получать доходы со следующих уровней или нет. У него условия точно такие же, как у первого вашего аккаунта. Далее, да, по-моему, конечно, еще же. Можно вопрос еще, пока мы не ушли от этой темы. А у второго я на 5 уровне открывается место третьего я? У второго я, третье я открывается. И я четвертый, пятый тоже. Ага, отлично, все здорово, спасибо. Конечно же, компания, мы работаем, да, в компании, именно связанной с путешествиями. И, конечно, компания заинтересована, чтобы каждый человек с большой структурой и так далее, который является лицом нашей компании, путешествовал как можно чаще. Когда у вас заполняется 7 уровней, каждый квартал вам выделяется бюджет, так скажем, да, деньги, на которые вы путешествуете в самые экзотические страны. То есть по желанию там в том числе будет, да. Соответственно, когда у вас 7 уровней заполнено, первое, вы получаете доход от 500 000 рублей, второе, ежеквартально осуществляете свою мечту именно в плане путешествий. По-моему, прекрасно. Так, по-моему, все разобрали, основные моменты, да, как происходит заливка, я попыталась вам донести сверху вниз, слева направо, человек попадает в первую свободную ячейку. Ежемесячно за каждого приглашенного вы получаете 2500 рублей, поэтому лично моя рекомендация подключить 5 лично приглашенных для окупаемости ежемесячного платежа 13500, потому что, конечно, мы понимаем, что платформы не за красивые глаза для работы дают, они тоже требуют определенных вложений и так далее. Выплаты щедрые, 70% денег вливается в структуру. Вот, внимание, для сетевиков это очень большой процент. То есть надо еще компании такие поискать, а можно и на пальцах рук, двух пальцев достаточно в России, да, чтобы перечислить эти компании с такими выплатами. Поэтому щедрый маркетинг-план, долгосрок, все официально, все легально, выплаты очень-очень приятные, простой маркетинг-план. Это тоже важно. Потому что есть понятие дубликации, да? Когда ваш человек приходит в этот бизнес, по факту он делает то же самое, что и вы. И для построения успешного бизнеса, успешной структуры важно, чтобы дубликация была наипростейшей. Здесь куда проще. 2 по 2, выплаты ежемесячно, ежемесячно получаем доход. 3 вида бонусов, да, основных по маркетинг-плану. Если нет вопросов, поехали дальше про второй вид маркетинга. У нас, так, 25 минут, как раз вкладываемся, да? А вот можно вопрос?
Конечно. Вот если моя реферальная ссылка под номером 252, это означает, что я 252 человек в компании, или это не так? Такой вопрос нам тоже уже задавали. Я, соответственно, тоже вышестоящему руководству. Скорее всего, это просто случайная цифра. Но я вам скажу, что примерно так, такое количество партнеров на данный момент активно. Хорошо, спасибо. По секрету большому. Второй вид маркетинга. Не буду перерисовывать структуру. Так. Доллары оставим, пусть они симпатично смотрятся. Так. Итак, поехали. Второй вид маркетинга SVFound. Кстати говоря, про VIP добавлю, да, у нас есть 4 пакета VIP, сейчас я вам рассказала про серебро, которое работает, есть еще бронза, золото и платина, допустим, да, и они запустятся тоже в скором времени, у них тоже отличие будет по продукту и так далее, то есть для тех людей, кто один раз в VIP выстраивает структуру, они могут зарабатывать еще на других пакетах от 100 тысяч долларов и более. Вот, об этом чуть позже. Так, SB Fund, поехали. Конечно же, по поводу продукта на SB Fund я вам подробно рассказывать не буду, потому что официального релиза от компании, официальной информации от компании еще не поступило. Скорее всего, поступит на этой неделе, либо в понедельник на следующей неделе. Да? Это второй вид маркетинга, который круто дополняет VIP-маркетинг. То есть вы можете зарабатывать не только в VIP-маркетинге, но и здесь. Соответственно, чем они отличаются? В SBFound вы видите свою структуру только на двух уровнях. Вот первый уровень, вот второй уровень. SBFound, сейчас рассмотрим на первом примере 2500 рублей. Как раз-таки, да? SBFound стартует от 2500 рублей. Это очень приемлемая цена для старта бизнеса. Вот прям очень вкусная, согласитесь. У большинства, я думаю, у 99% россиян есть 2500 в кармане. Соответственно, у вас также есть реферальная ссылка. Вы также SBFound увидите в своем личном кабинете. Вы также эту структуру будете наблюдать в личном кабинете. Вы также можете 2500 оплатить с любой банковской карты, дебетовой, кредитной, российской, да, Visa, MasterCard, MIR, и начать строить бизнес. На SBFound больше именно интерес потребителя, то есть того человека, который получает платформу со скидками, он не хочет работать, например, как турагент, получать свои проценты, он хочет просто один раз заплатить, получить платформу, да, и путешествовать, то есть именно на путешествие. И здесь маркетинг-план выстроен таким образом, что каждый вышестоящий спонсор видит только два первых уровня. Соответственно, это быстрый старт в нашей компании. Быстрый почему? Потому что даже при маленькой структуре вы здесь можете заработать деньги. И даже за 2500 вы получаете возможность работать. Это, по-моему, очень классно. Итак, рассмотрим вариант на 2500 рублей. Про продукт сейчас не рассказываю, сейчас говорю о цифрах. Итак, поехали. По вашей реферальной ссылке регистрируются люди. То есть я зарегистрировалась за 2500, мои личники зарегистрировались по 2500 и так далее. Автозаполнение идет сверху вниз, слева направо. Здесь также ячейки заполняются, то есть первый человек, второй человек, третий человек, четвертый партнер, пятый партнер и шестой партнер в вашей структуре. Сюда могут встать ваши личники, да, также по автозаполнению, либо сюда могут встать личники ваших личников, то есть партнеры ваших партнеров. Например, ваш партнер пригласил двоих новичков. Ваш второй личник пригласил двоих новичков. Важно,
условия компании плюс один. То есть в этом бизнес-центре у вас для получения выплат должен быть хотя бы один лично приглашенный человек, который перешел по вашей реферальной ссылке. Итак, поехали, да? За 2500, допустим, да, как только в эту ячейку попадает человек, неважно, как я уже сказала, да, чей он лишний, важно, что вы получаете выплату 1500 рублей. Как только в четвертой ячейке появляется человек, вы также получаете 1500 рублей. То есть здесь, в этом маркетинге, за первый уровень вы не получаете выплату. Вы получаете только за второй уровень, за третьего, четвертого и пятого. Важно, что вы платите за бизнес-центр только один раз. Один раз вы купили этот бизнес-центр, бесконечное множество раз можете на этом зарабатывать. За пятого человека вы также получаете 1500 рублей. За шестого человека не получаете выплату, он гарантирует вам открытие следующего бизнес-центра. Назовем Я-2. И снова у вас так, точно такая же структура появляется. Да? Два личника, надеюсь, вам видно. Не видно, да? Видно. Видно, отлично. И еще два, да, то есть всего... 6. Соответственно, давайте посчитаем. Вложив 2500 рублей, при команде из 6 человек вы получаете 4500 рублей. То есть вы мгновенно, вы можете это сделать за один день, вы можете сделать за одну минуту, вы можете сделать за один час. Кто-то делает месяц, да, и так далее. Это зависит только от ваших скоростей, да. Соответственно, ну и от жажды денег, я бы так сказала. Соответственно, когда вы приглашаете вообще в бизнес 6 человек, неважно, вы или ваши партнеры, вы получаете 4500, то есть мгновенно окупаете этот бизнес. Классно? Классно. Следующий бизнес-центр открывается, да, поэтому и называется это «Быстрый старт». Следующий бизнес-центр открывается, и при заполнении этих ячеек вам также платят за третьего, четвертого и пятого человека. Давайте порассуждаем. Вот у первого личника, соответственно, открывается свой бизнес-центр, у него своя картина мира, да? Для того, чтобы получать выплаты, не обязательно полностью заполнять бизнес-центр. Допустим, если у нас я подключила личника, личник подключил своего личника, сразу за этого человека получаем деньги. Ваши личники возвращаются только к вам. Они не могут уйти в другую структуру, под другого спонсора. Они всегда будут под вами. Это тоже важно. Соответственно, личник первый также выполнил свой план, закрыл свой бизнес-центр и перешел сюда. Личник 1, 2, да? Соответственно, второй личник, например, долго закрывает свой бизнес-центр. И, соответственно, у вас есть выбор – поставить сюда новичка или дождаться своего личника. Допустим, поставили новичка. Автозаполнение идет сверху вниз, слева направо. То есть эти люди, которые были на вашем первом бизнес-центре, при выполнении этих же условий, они снова переходят в ваши новые бизнес-столы. И, соответственно, здесь может быть второй личник и так далее. И, соответственно, да, за третьего, четвертого, пятого вы снова получаете по 1500 рублей. На самом деле, возможно, для восприятия с первого раза это сложно. Но, уверяю вас, когда в личном кабинете вы увидите вот эти ячейки, когда люди будут регистрироваться и прям вставать, вам будет четко понятно, за кого вы получаете деньги и когда вы их получаете. Мгновенные выплаты, личники возвращаются к вам. При структуре 6 человек полностью окупаете бизнес без ежемесячных платежей. Второй, конечно же, есть бизнес-центр, да, давайте распишем. Принцип работы бизнес-центров у всех одинаковый. Отличается только стоимость регистрации и выплаты за каждого человека. Давайте распишем, какие бизнес-центры у нас вообще в принципе есть, чтобы вы не думали, что у нас только на 2500 рублей. Чем они отличаются? Они отличаются, конечно же, продуктом. Продуктом будут платформы и также потрясающее обучение, да, по личностному росту и по другим темам. Все карты сейчас раскрывать не буду. Основатели компании красиво это все презентуют. То есть вы также, кроме того, что получаете деньги,
конечно же, вы получаете продукт. Итак, поехали, да? Давайте здесь распишем. 2500 рублей за каждого третьего, четвертого, пятого вы получаете выплату по 1500 рублей. Итого, при заполнении всех ячеек вы зарабатываете 4500 рублей. Следующий бизнес-центр – 4500 рублей. На каждом вы зарабатываете 3500 рублей. Итого, при закрытии бизнес-центра вы зарабатываете 10500 рублей. Следующий бизнес-центр, да, 9500. За каждого вам платит компания по 7000 рублей. Зарабатываете на закрытие бизнес-центра 21 тысячу рублей. Следующий бизнес-центр у нас 20 500, и на этом, пожалуй, остановимся. Всего их 9 бизнес-центров. Выплату вы получаете 17 500. И на выходе, да, на закрытие бизнес-центра вы получаете 52 500. Стоимость бизнес-центров, да, вы вот это вот 2,5, 4,5, 9,5, 20 500 вы платите один раз, больше не платим. Прошу обратить внимание, что несколько бизнес-центров вы можете выкупить сразу. Например, за 2,5 и за 4,5 тысячи, а моя рекомендация сразу 3 бизнес-центра. За 2,5, за 4,5 и за 9,5 тысяч рублей. Это примерно около 16 тысяч рублей, да? Если я не ошибаюсь, 16 500. Тем самым у вас параллельно открываются 3 бизнес-центра. И когда вы рассказываете своему потенциальному партнеру, да, о таком бизнес-проекте, о быстром старте, о платформах и так далее, вы тратите одну и ту же энергию и одно и то же время. Соответственно, вы также ему можете рассказать, чтобы он параллельно, да, закрывал несколько бизнес-центров. Соответственно, допустим, это бизнес-центр за 2500 рублей, и такой же у вас при открывается бизнес-центр за 4500 рублей. И, соответственно, здесь тоже такая же ячейка, точно такая же структура, да? И вот этот человек может зарегистрироваться и за 2500 сразу, и за 4500 сразу. И он будет у вас сразу на нескольких бизнес-центрах. Я рекомендую сразу 3, да? Убить 3 зайцев, даже не 2. И, соответственно, третьему человеку тоже рассказали и тоже донесли ценность, что сразу 3 бизнес-центра. И вы получаете, можете посчитать, на третьем партнере вы получаете 1500, 3500 и 7000 рублей на одном человеке, представляете? А если у вас бизнес-центр закрывается, то на 3 бизнес-центрах вы получаете 4500, 10500 и 21500 рублей. Это всего, по-моему, сколько? 36 тысяч рублей. Представляете, при команде 6 человек, при выкупленных 3 бизнес-центрах, вы получаете мгновенно 36 тысяч рублей. По-моему, неплохо. И, соответственно, у вас этот бизнес-центр в этот же день может еще раз закрыться. Вот это называется бизнес, быстрый старт в нашем бизнесе. И этот именно вид маркетинга стартует у нас примерно со следующей недели, точную дату не будем называть, да, тестить уже начинаем. Вот, поэтому здесь нужно прям фокус держать, вы получаете, вы не получаете, заметьте, да, с глубины вы получаете в ВИПе. Поэтому, когда вы работаете на глубину на этом бизнес-центре, когда у вас человек каждую неделю получает по 36 тысяч, вы просто ему рассказываете в том числе о ВИП, да, и он регистрируется на ВИП, где всего лишь 13 500, и вы будете также получать с глубины. То есть первая глубина, вторая, понятно, у них тоже свои личники и так далее. То есть структуру все переносим в ВИП. Получаем там пассивный доход, здесь фокус 24/7, соответственно, здесь быстрый старт, так сказать, быстрые деньги. Здесь понятно? Кстати говоря, всего 9 бизнес-центров до 600-7 тысяч рублей. Красиво я рисую, но тем не менее.
607 500 рублей следующий бизнес-центр, на при закрытии 1 680 000 зарабатывается. Соответственно, да, конечно, эти бизнес-центры, они закрыты, то есть их сразу все выкупить нельзя, потому что мы не финансовая пирамида, мы не хотим, чтобы кто-то брал кредиты и так далее. Стартуем с приемлемых пакетов для вас. Почему я рекомендую сразу зайти на три бизнес-центра? Потому что если, например, да, у вас зашел партнер, и он решил, а у вас только на 2500, он решил купить за 4500 бизнес-центр, он перейдет к вышестоящему спонсору, потому что у вас пакет не куплен, только на один круг. Конечно, он к вам вернется, когда вы выкупите этот бизнес-центр, но тем не менее. Поэтому я рекомендую сразу стартануть с трех бизнес-центров на следующей неделе. Ждите анонса, ждите информации. Есть ли вопросы? Все, у нас осталось 2 минуты. Можно еще раз, я хочу спросить, уточнить такой момент. Если у меня человек зашел на 2500, то, соответственно, я ему должна ссылку отдельно кинуть на 4,5, или нет, он автоматически будет? Когда ваш человек заходит под вас по реферальной ссылке, оплачивает бизнес-центр, он ваш личный. У него просто будет несколько ячеек, какие бизнес-центры оплатить. Например, одна вкладка за 2500, он зашел, оплатил, активировал эту вкладку. Вторая вкладка за 4500, допустим, если он активировал, он автоматически к вам попал. Понимаете? То есть он не может уйти к другому спонсору на другой бизнес-центр. То есть одна ссылка работает на все бизнес-центры автоматически? Точно. Спасибо. Все понятно, спасибо. Можно быстренько вопрос? Скажите, вот если на 13500 или просто прошел по реферальной ссылке, но не оплатил еще, человек попадает в эту структуру или нет? Нет. Но по рефералке он прошел, а попадет только когда? Он будет фигурировать у вас в личном кабинете как лично приглашенный, но не активированный. Структуру он не заполняет ни СБФАУНД, ни ВИП, пока не проплатил. Понятно. Еще вопрос, можно? За эти 2500 он только получает возможность зарабатывать за команду? То есть он не... Об этом именно конкретно тоже, да? Про СБФАУНД, про продукт, на чем отличается 2500 от 4500, от 9500, от 25... 20 500 и так далее, именно по продукту будет выступление основателя компании. Поэтому не буду вам ничего говорить сейчас. Я вам объясняю принцип работы и деньги. А что вы получите за эти бизнес-центры, будут рассказывать основатели, скорее всего, на следующей неделе. Я думаю, вопросов нет больше, да? Более чем понятен этот бизнес, этот маркетинг-план, в том числе, да, который очень круто взаимодополняет построение структуры здесь по факту так же, как и VIP. Отличие только, что вы зарабатываете на первом и втором уровне. Поэтому, конечно, VIP, он долгосрок, вот там хорошие выплаты и так далее, да, и очень круто в этот маркетинг внедрять VIP. Соответственно, здесь человек заработал, пошел в VIP строить структуру. Почему бы и и да, как говорится, да. Поэтому легальная компания с щедрым маркетинг-планом, с российским эквайрингом, что упрощает в разы работу, да, когда каждый человек может оплатить с любой банковской российской карты, при этом приобретая продукт, все это на сайте красиво упаковано, то есть не придумывайте, ничего сложного не будет. Все структуры, все выплаты, активирован, не активирован, как зовут и так далее. Все это у вас в личном кабинете есть и будет. Вы там сможете информацию отслеживать. Поэтому, да, присоединяйтесь к нам, welcome нашей команды, обратитесь к тому человеку, который пригласил вас на это обучение. А завтра потрясающий эфир от Олега Кадырова, от легенды MLM-маркетинга, который обучался в Америке сетевому маркетингу, да, профессионал, был топом в сетевых компаниях, он выбрал и ждал эту компанию, пока она запустится, порядка 3 месяца. Это прям о многом говорит, да, когда профессионалы выбирают эту компанию.
проштудировал 12 компаний российских, да, которые работают на российском рынке, и отдал предпочтение именно SB Travel. Поэтому не пропустите эфир завтра в 18.00 по Москве. Стратегию бизнеса, как зарабатывать миллионы в SB Travel от профессионала своего дела Олега Кадырова. Всем спасибо, с вами была Гульчат Чакшарафутдинова, до новых встреч.